я принял решение по собственной инициативе написать заявление об уходе с занимаемой должности. Хочу извиниться перед теми нашими согражданами, проблемы, которые по объективным причинам мы не смогли решить. И, конечно же, хочу поблагодарить моих ребят, моих полицейских, вместе с которыми мы смогли сохранить и укрепить авторитет полиции и смогли избежать политизации нашей системы. Я ухожу с должности начальника полиции Одесской области, однако как гражданин Украины, как генерал полиции, остаюсь на службе украинского государства и верховного главнокомандующего. Я верю в своих ребят, я верю в лучшее будущее Украины.